Всем привет, друзья! Вы смотрите мультик Плеер. Сегодня у нас с вами вышло существо Ани. Давайте мы посмотрим его характеристики. Подпишитесь на канал мультик Плеер. Здоровье у Ани 400. Лечение. Вы видели, там вместо урона написано лечение. Это интересно, да, факт? Лечение 100. Выносливость 200, аппетит 45, ночное видение 2. Это травоядное наземное животное с массой 350. И время роста 10 минут и первого уровня, друзья. Такой маленький уровень. И она чуть выше Джеффа. Смотрите, мужской и женский пол ничем не отличается. Это интересно. Ну что, давайте запустим его в игровой мир и посмотрим, какой он. О, интересный шар. Вот сразу действительно вспоминается схожесть с Ори. Потому что с ним тоже такой же шарик летал. Но зачем он нужен? Может быть, из него... Да, правда, из него стреляет луч, и смотрите, он только появился, у него возраст 4, и уже можно стрелять. Ну, не стрелять, а лечить. Смотрите, он так бежит, прям как человек. Интересно. Так, вид от первого лица, ну, в принципе, ничем не закрывается особо. Тоже можно бегать, удобно. Давайте посмотрим, как он, какие у него анимации и как он разговаривает. Посмотрите, этот Ани уже старейшина, и у него 3 шара. То есть с возрастом шаров становится все больше, и 3 количества это максимально. Смотрите, как они прикольно сидят. О, и они соединяются, что ли, лучи? О, плюс 2. У меня вылетели на плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2. Интересно лечится. И, кстати, вот смотрите, вот это его пассивная способность. У Ани видит уровень здоровья другого игрока. То есть, чем больше будет игроков, тем больше вот таких вот полосочек уровня здоровья мы увидим. Это здорово, правда? Такого еще не было. Смотрите, песочные часы почти наполовину, и у меня уже 2 шара. На максимальном возрасте он уже будет с 3 шарами. Классно. Но давайте посмотрим, так ли это то, что он не может наносить урон. Вот эта вот атака-то у него все-таки должна быть. Смотрите, он вот так головой делает. Может быть, он все-таки атакует? Давайте проверим. Ну да, он укусил. Значит, все-таки урон он может наносить какой-никакой, но может. Посмотрите анимацию бега. Мне нравится, как он бежит. У него такой какой-то хвост, как кенгуру, и лапы также. И анимация плавания. Вот мне кажется, у Джеффа было бы здорово, если бы ему также нарисовали. Клево он плавает, мне нравится. Так, они вот... Посмотрим старейшины. Вот. Ани вырос у нас. Наши 3 шара. И они стреляют. Посмотрите, как выходит луч. Он соединяет все шары. И из самого первого, наверное, этот шар посередине выстреливает вот этот луч. Клево, мне нравится. Но что мне еще нравится, это вот эта полоска у него на голове света. Посмотрите, какая она здоровская. Друзья, историю Ани и его тизер, который был недавно, вы можете посмотреть в нашем предыдущем видео. И заметьте, он действительно похож на Ори. Он клевый. Этот Ани, теперь я буду только им играть, наверное. В общем, он классный. Мне нравится этот Ани. Здорово. Друзья, подпишитесь на канал Мультик Плеер и до встречи в новых видео. И не забудьте посмотреть жизнь Ани чуть позднее у нас на канале. До встречи, друзья. Пока-пока.